Чучка овец, надо же. Ага. А, вот когда работает, понятно. То есть мне не обязательно даже к ним подходить вплотную. Круто. Ну здравствуй. А, нашли одну. Я удивлен, что она дошла до сюда самостоятельно. Что нужно сделать с овцой, которую мы нашли? Я отведу овцу обратно к поселению со своей лошадью. Но лучше сопроводить их всех, пока мы не найдем всех пятерых. Ну ладно, тогда доверим это тебе. Нашли первую овцу. О, и внизу реально счетчик, прям фига. Прикольно. Прям реально с портретом овцы. На. Вот еще одна. Это еще одна из них? Да, это овца, которую мы ищем. Фух, две нашли. Да, но есть еще больше в другом месте, впрочем. Ну, погнали тогда. Здесь, по идее, больше нет овец. Ну да. А я! Ду-ду! Да в смысле? Нормально же общались. А походу, что монстры, когда мы на лошади, нас не трогают. Это удобно. По крайней мере, мелкие монстры нас не трогают. Уже хорошо. Если бы я был геймдизайнером, я бы штрафовал игрока за завлечение в бой тем, что овцы разбегаются на большом радиусе, надо собирать обратно. Но это была бы интересная идея, не спорю. И даже логично, я бы сказал. Добро пожаловать. Полагаю, что вы видели наш запрос. Да. Вы знали, что Нортон ушел из поселения сам? Ему очень понравилась идея фотографирования чего-то на северном регионе Высокогорья. Я планировал сопроводить его туда вечером, но очевидно, что он не смог дождаться и уехал туда на лошади самостоятельно. Серьезно? По-детски. Ага. Полагаю, что он просто не мог контролировать его страсть фотограф. Должно быть, он действительно увлекся этим всем. Есть много руин над древней неолитической цивилизацией в северном регионе Высокогорья. Прежде всего, что он уехал к статуе стража там. Стража? Что именно за статуя? Одна из наиболее символических древних реликвий в Норде. По легенде гласят, что страж... Что страж...
является собой... А что страж, которого отражает, который оцетворяет эта статуя, запечатал злого джина в древнем карьере на севере. Ого. Довольно грандиозная легенда. В любом случае, нам стоит нагнать его как можно скорее. Монстр — единственная причина, почему северный регион может быть опасен. Это не та... It's not an area those not from Nord should be traveling across. Это не та область, где люди не из Норда должны путешествовать там одни. Можете, пожалуйста, найти его и удостовериться, что он будет в порядке. Конечно, доверьте нам. Давайте до Невели отправимся. Да, нам нужно оставить поселение... покинуть поселение через северный выход. Я доверю все вашим рукам в таком случае. Удачи вам. Спасибо. Забор же такой, знаете, чисто символический, типа, ну так это, чтоб примерно обозначить, да. А, ветер здесь такой приятный. Согласна. Совершенно иной аромат свежести, чем в сравнении с ветрами в южной и юго-западной части высокогорья. О, это из-за крутых скал здесь. И из-за этого ветер здесь ощущается по-другому. Ветер принимает разные формы, и бесчисленные благословения, и дарят бесчисленные благословения людям Норда. Ну, по крайней мере, могу понять, почему люди так относятся к ветру с таким большим уважением. Да, и взгляд, и вид здесь такой же прекрасный, как и на юго-западе. В любом случае, если мы все отдохнули, нам стоит... Что-то не так? Нет, ничего такого. Просто засмотрелся на ту скалу. Мне кажется, это или похоже, будто там что-то закопано. Вроде какого-то гиганта. О чем ты говоришь? Не может быть, чтобы что-то подо... Оу. Это и есть статуя, это и есть та самая статуя стражи? Дайте угадать, там еще внутри какой-нибудь алтарь, небось, или храм внутри этой скалы. Что в имя Эйдиус это такое? Понятия не имею. Какая-то статуя, возможно? Потому что это относится к каменному кругу в южных регионах Высокогорья. Честно говоря, мы немного знаем об этом сами. Это древняя статуя, которая является стражем Нордского Высокогорья. Где-то я уже видел роботов, которых извлекали из-под земли археологи. И эти роботы потом сражались друг с другом во имя свободы и прочего, да? Я прям чувствую, как эта статуя веет зеногирщиной. Давайте эта статуя не будет изживать, пожалуйста, ладно? Страж, да? Ну, полагаю, он действительно может оказаться так, произвел такое впечатление. Эм, это в порядке? О, простите, просто... меня потерялся дар речи из-за приезда этой статуи. Вопрос 3. Ну, какой шанс, что на следующий хрень врёт сразу в конце головы? Ну, раз ты его задаешь, то низкий. Но на самом деле высокий. Ну, я не могу сказать, что я не понимаю ощущения раболепства перед этим. Боюсь представить, насколько массивна эта штука, если подойти к ней ближе. Либо не с ней будем сражаться, а с каким-то куском этой штуки, я не знаю, грубо говоря. Ну, вряд ли, конечно. Слишком рано, я боюсь, для сражения с чем-то таким массивным. Я думаю, что, вероятнее всего, и фотографа мы найдем в этой области. Так что нам нужно ближе туда подойти, будет в любом случае. Кстати, вы поедете на северо-восток от статуи, то вы найдете древний карьер. А на северо-западе находится живописное озеро Лакрима. Но всегда приятно. Все равно, раз уж мы все равно должны изучить эту землю, то не будет плохо, если мы навестим оба эти места. Имеет смысл. Ладно, поехали. Мобья все так же много, но я вижу уже овцу, где-то вон там далеко наверху. Рядом с сюжетным, кстати, местом. Там вот еще овца.
Да, здесь много куда можно уехать, к слову сказать. Там вот сундучок вижу, где-то здесь еще овца, отлично. Здесь, скорее всего, кстати, монстры другие. Так что мы сейчас еще монстриков поизучаем местных. Why not? Здесь танцы на вдалеке видно туман. Да, это место выше, чем южные высокогорья. Ой, это же знакомые нам волки из Зеро. Поверить не могу. Лекции как минимум. Три всего здесь и есть, я их на карте уже три штуки насчитал. Не догонишь, не догонишь, ахаха, не поймал. У них прям, ну, обратите внимание, у них прям эти пасти окровавленные, как будто. Прикольно. Еще их колбасит очень по-зверски. Ой, блин, нельзя было пропускать это дело. Черт, я забыл об этом. Фак. Макасергай. Не показался ли ему только, что нашел 1000 урона? Да, реально, ты еще лол. Ни хрена себе дамажит девочка. Пойдет. И ХДФ низкий, понятно. Я так. Подальше от них, подальше у нордов может не быть вакцина бешенства. И кто стрелка? Надо иметь это в виду. Тоже волки. Упс, он нас заметил, черт. Монстр здесь прилично далеко, кстати, заходит, если не обратили внимание. Красиво, что-то же. Интересно, когда Рин получит свой новый крафт? Эмма, где моя лошадь? Типа, я понимаю, что она где-то здесь, но... Здрасте, приехали. Мне опять лошадь забаговала. Круто. О, вот она. И кто стрелка? Нашлась пропажа. Ну, это смешно, конечно. Ну, это что еще за мелочь? О, нет, это крепиши, посерьезно? О, господи, нет. Они даже здесь водятся, черт возьми. Здесь то, что забыли. Это жарили крепишипы, господи. Сколько лет, сколько зим. Да, крипи-шипы, жуткие овцы, те самые. Здесь они как-то помилее выглядят, но тем не менее. Эу, это было больно. Ангел третьего уровня пойдет. Шайнинг, так. 50% 50 CP, окей. О, дает реген ХП. Как-то на 3 хода, когда... Один раз за бой, если ХП падает ниже 20%. Прикольно, прикольно.
А, вот как это дело, через эту менюшку, понятно. Я не там эту хрень искал, понятно. И кто сырка? Ну, будем знать, как это работает на будущее. Спасибо, Тимур. О, там какие-то птички или дракончики, прикольно, блин. Забавно, конечно, их прямо отсюда видно. Это очень круто. Блин, реально, насколько же крутое ощущение open world в этой игре. То есть я понимаю, что не совсем open world, но тем не менее, я прям вообще... Вот эта локация, конечно, полностью меняет мое представление о кисиках. Эта локация просто офигенна, серьезно. Блин, какой красивый пейзаж, просто забей. Как же это офигенно все выглядит, господи. Причем, как бы, движок сам по себе не очень классный, но, блин. Не знаю, мне прям заходит. Скромно, но дух завораживает, конечно. Макасете чёдай. Соко? Ваташи но бан десу не, эй! Май! Макасете чёдай. Соко? Хай. Соко дес. Эй. Макасете куре. Ладно, я понял. Придётся думать привычно нападать. Хрен с тобой. Сей. Шанс ё. Икимашо. Иксо. Зартойс. Больно. Ну да, урон вообще-то будет маленький. А чё Юси такой большой урон нанес этой атакой? Чё за фигня? Чё за багло? Это очень странно сейчас было. Май. И дару. Побой сморозило, лол. Сай. Забавно. Макасете чёдай. Низкий АДФ. А он разве по АДФу пробивает этой атакой? Мне казалось, он бьет по АДФу. Но, видимо, нет. Сакио исогимашо. Надо почитать повнимательнее. Кстати, раз уж пошла такая пьянка, дай-ка наденем тебе сектор обратно. А, это реально магическая атака, лол, только сейчас обратил внимание. Она чекает АДФ, а не ДФ. Ни хрена себе. Лол. Век живи, век учись называется. Внимательно читать описание надо. Это же Замбер Тюськи, ну и лад. Ну просто я удивился, что вроде как Бим Замбер-то логично было, что бил АДФ через по АДФу, потому что сам посох Ти убьет по АДФу. А здесь вроде как меч обычный. Иха. Сирал, ты в 40 взял в текстуру? Ты такой человек играет в Вайс Эгри, что не можешь выбрать из одной заколки в Роланте. Да, у меня было такое. Я застревал в текстурах, потому что... играл на турбомоде и перемещался на турбомоде. Ну вот, похоже, что это еще одна, которая слишком далеко от... Бежала слишком далеко от поселения. Да. Полагаю, что третья овца. Похоже на то. Давайте продолжать поиски. У меня бывало, что проваливались сквозь текстуры лестниц другие персонажи, кроме основного. И немножко застревал из-за турбомода, в принципе, довольно так конкретно в некоторых местах. Ну как застревал, просто проходил за пределы локации, скажем так. Мы так и договаривались. Нормально, блин. Ну, начинается. Стоп, чё?
А чё оно в воздухе-то висит, лол? Чё за фигня? Чё? What? Ох, ёлки. Синексабекатом Цурбомоном связаны. Ну, я заметил, да. Тем не менее. Ёш, иха! А здесь других походов нет, да? Только в эту сторону, да, понял. Окей. Я даже сейчас вспомнил, у меня даже на канале один клип был сохранен с багом SC. Оно. Ёш, иха! Хая! Издалека потому что это волк, но нет, это огромная ящерица, похожая на лягушку при всем при том. Прикольно. Макасэру гай. Сай! Она вся в растениях, лол. Прикольно. Сай! Что-то такое. Ё-моё! Отстань от меня. Да чем тебя бить-то, блин? Понятно. Стоуни Крокер. Тайни, ты что ли? Сетини. Ладно, неважно. Идару. Ватасно бан не. Ак, икимас. Просто резерв, который был в камнях. Не помню уже, если честно. Орено бандана. Идару. Жалко, что все-таки в эту команду Гайос не очень вписывается. Если бы он может быть, если можно было его использовать вместо Рин, но Рин это Рин мина Тиделей машины, и как бы. За какой смысл использовать не Рина, если можно использовать Рину, верно? Как бы в этой игре крауд-контроль это самое главное, что у нас есть, по большому счету. Крауд-контроль от Тиделей, я имею в виду, разумеется. Ау-а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 у
行くわ、行きます。アークス、ヒュン。ヤイクス。よし、やったぞ。при том, что у Алисы не такой уж большой ТС, если не ошибаюсь. Блин, он у нее почти на сотку ниже, чем у Эммы. Я боюсь представить, сколько Эмма бы выдавала этим спеллом, господи. И кто сырка? Да бей просто. Что здесь вот монстры вроде как поинтереснее, чем в той области, поэтому здесь, наверное, все же подольше задержусь и посражаюсь. Не со всеми, наверное, но почему бы и не со всеми, с другой стороны. Мне по фану, мне что-то прям хочется. Можешь поиграть Гайон на обычном стриже времени, как к нему поиграть, поискать страты. Дело не в стратах, просто смотри, у Рина очень крутой крауд-контроль за ТДЛМ. Вот. А Юси очень хорошо работает в паре с Эммой за счет своего бафа и дебафа. Ну, получается, что Рина используется либо с Алисой, либо с Гайусом. Но при этом Алиса хорошо саппортит и магию может кастовать, а Гайус... Только статусы навешивать, в большом счету.
То есть, да, он тоже неплохой саппорт по-своему, но... Как по мне, этого недостаточно для него. Гайса тоже будет дилей, но у него есть паралич. Ну, я помню, что у него будет дилей, причем довольно по большой площади. Я помню, потому что я играл им в вступительной части. Что неплохо, на самом деле. Иксо! Икимас! Оре но бан да на. Иксо! Сентоу сюрио! Саки ни сумо! Играя Рейджа. Блин, в Рейдже было бы больше смысла, на самом деле, на мой взгляд, если бы этот самый Рейдж, помимо повышения CP, повышал бы атаку, например. Люди на оружие лучше контратаки, когда это еще добирает актуальность. Да, это тоже факт. Это огромный водопад, наверное, высота 500 сельги. Водопад реально офигенный, кстати. Круто, блин. Если ты заколешь свою лошадь. Ох, ёлки-палки! Это что за херня? Гиппогриф, серьезно? Ты что, в Гарри Поттере опять? Это что за фигня? Инфант Дранго. Мини-дракоша? Забавно. Мечетки делаю есть? Нет. Нет. А в чем прикол тогда? Оу, мать! А чё так жестко-то? Барбекю, лол. Прикольное название билки, мне нравится. Ага. Тихо. いきます。いいだろう。俺の番だな。Там еще добавка скорость пойдет. Ой-ой-ой, спокойно. Боним землю, даже лучше всего беда. Очень интересно. Не дотягиваюсь, да? Харит опять наступил на грабли жизни. Рождает барбекю вкусный, конечно. Дарень достает, да? Он выживет, я уверен. Ага. Я же говорил. Изи вообще. いいだろう。アクス。任せてちょうだい。アクス。いや。
Сейчас будет очень больно, я так чувствую. まだやれる。今だ。もらった。それ。これで一安心ですね。 4000 дамага, господи. Это кошмарная сложность, серьезно. Я помню, меня такие цифры удивляли в... Я бы удивлялся, когда Ллойд по 4000 дамага выносил своим оружием по обычным мобам в финале. Но, блин, это просто забей. Ма, конна монока. И канчи не. Наканака но деки дес не. Мада, мада, коре кара да. Смотрите, тебе понравилось, да. Бяко. Я смотрю, у нас уже там Сузаку был, Бяко, Сирю, кстати, был. Где еще? Забыли этого? Генбу забыли сюда. Ну, мне кажется, тоже рано или поздно будет. Что это хрень дает, интересно? Где-то там. Вот. Sleep или Blind? Охрененно. Блин, а знаете, что самый прикол? Эта штука стакается с обычным Sleep'ом и Blind'ом, который будет у Фи, например. И у него получается шанс будет в сумме 60%, ей можно разогнать на ее крафт. Генбу тоже будет. Но я догадываюсь, раз что всех богов перечислили основных, то Генбу тоже будет. Блин, ну что-то прям совсем жесть, по-моему. Планимбы. Да даже Гаюсу можно выдать, и у него будет шанс 70% на его крафты. Реально, прям очень круто. Боги, китайские боги. С традиционной китайской мифологии. Сирю, Бяко, Генбу и этот... Судзаку. Вот если бы смотрел это мои записи по Kingdom of Paradise, ты бы об этом знал. Можно тебе вместо Бриза выдать, на самом деле. Бы тебе реально зайдет. Либо, как говорят, вместо Экшена выдать, но, блин, Экшен слишком хорош в этом плане. И вместо Септиум Вейна, но, с другой стороны, ну, типа, вообще, да, по идее, лучше дать тебе вместо Септиум Вейна, потому что... Да. Но пока что я фармлю Сепит, и мне как бы норм. Икто-сырка! О, мини-дракончики, да? Прикольно. Блин, все-таки офигенная локация в том плане, что ну, здесь очень разные монстрячины. Это прям реально прикольно. Сай! Часа! Татами-какеза! Май! Я тебя вообще надену вкус, конечно. Макасэргай! О, всех задень. Ха. Красиво. Эу-ау-ау-ау-ау. Са, сакини сусумимашо. Пойдет. Икто сырка. Икто сырка. Мне все-таки эти дела, это такая имба, блин, в этой игре, просто забей. То есть вот просто должно быть, это должен быть очень сложный босс-файт. Еще раз, как вроде выглядит боевые арены. А здесь и в бою, который, ну, возможно, я не обращал внимания, надо же сейчас глянуть, на самом деле. Может быть, ты и прав, нереально классные. Говорю, да, эти дела, по сути, любой сложный бой превращает в избиение младенца. Ну, впрочем, как это было везде, в кисиках.
Да, есть такой ники. Мне тоже прям очень всем была нужна экспа, тем не менее, но как бы ок. У нас сейчас все проблемы решены за счет того, что у меня просто появилась дофига удобная страта с девчонками. Так что они обе автоматически регенят ману за пределами поля боя и просто разрывают всем жопу своей магией. Ну, круто. Удобно, блин. Красиво, черт возьми. И кто сырка? Здесь мобья, по ощущениям, наверное, чуть все же поменьше, чем там. Не знаю, мне, по крайней мере, здесь мне с мобьем прикольно сражаться. Почему-то вот именно местные монстры здесь они как-то поинтереснее, поэтому мне с ними хочется сражаться. Не знаю почему. Там какая-то мелочь была не особо интересная, а тут вроде как поприкольнее монстрячины. Йоши. Сассато уорасе. Оре но бан да на. Ии даро. Има да. Сузукимасу. Тем более больше раз и стрелсов. Это же музыкальная тема? Во всех трейлсах или в каких-то конкретных? Всех троих? Серьезно? Вау. Прикольно. И кто сырка? А почему именно Рина, а не Юсиса? У Юсиса тоже хороший вроде из крафта, он вроде как по большей площади бьет, нет? Господи, Эмма, где ты этому научилась? Серьезно, это просто жесть. Скажи честно, это благодаря фанфикам ты теперь такую дичь творишь, да? Это я так и знал, что фанфики до добра не доведут. Хорошая воспитанная девочка была, тут вот просто всех ваншотает, блин, и не давится. Эмма, был тебе лучшего мнения. イエーイ。俺の番だな。相手をしてられるか。あ、象の正面に来たわね。ああ、それにしても大きいな。 Вопрос был не столько в ВТС, Тимур, сколько в том, что она одним скиллом ваншотнула троих именно через ваншот, а не через убийство уроном. Потому что она трех сразу прокнула, я это имел в виду. Блин, как же хорошо, что в киске хардсеп открывается, а то у меня теперь там все флешбеки после сальсета. В каком смысле? Типа что, надо было лезть в инвентарь открывать карту там? Ну, к слову сказать, да, вот именно рядовые темы боев в Cold Steel в первом не нравятся, вот который сейчас играет, она реально прикольная, залипательная. Сейчас! Моя
Иксо! 6 тысяч дамага с критом. Идару. Просто забей. Нани? Ваташи но бан не. Майру. Мита ка? Хачио га итто. Сражение флешбеков после Лакримозы не было. Ну просто с Эльсе, так понимаю, его посвежее, потому что я так понимаю, как раз кошмар как раз на днях прошел. Юрий начинает очки хорошего вкуса. Эх, это да. Это неплохо. И кто сырка? Сосредите, как называется, ножками, сколько прошел, столько рыл, даже вы с 8. А, в этом смысле? Ну, в принципе, как в большинстве подобных игр, наверное. Потому что кисики немножко не про это. Здесь, конечно, есть своеобразный эксплоринг, но не настолько все-таки. Сай! Сай! Шанс, йо! Икимашо! Май! Макасэру га ии. Нормально. Макасэте чёдай! Такое ощущение, что слишком перекачан для локации, типа урон просто выдают все ненормальные. Или просто у этих ребят слишком маленький АДФ, что прям вообще даже Юсис по ним дамажит как не в себя. Блин, уже было, уже почти 11, что за дела? Как быстро летит время в кизиках, это жесть просто. О, улучшен Dark Matter, кстати, неплохо. Тебе отдам, хотя у тебя ангел есть для этого. А, у тебя, кстати, нет, по-моему, да, Dark Matter. У тебя, кстати, Dark Matter, кажется, не пригодится. Забирай. Сенсей действительно объяснил, как тебе нанимать работать картографом. Резонно. И кто стрелка? Время это происки Кия. А-а-а, действительно. Вообще, я думал, что происки Кия это скорее иллюзия, но... Ладно, чатику виднее, как обычно. Здесь две овцы, да, надо добраться до них. Потом все остальным заниматься будем. Ну, сейчас я сдам квест с овцами, наверное, и закончим на сегодня. Тут что-то реально уже времени дофига, я даже не заметил. Торалета, саки не икзо. Бутылки с которых все виды один уменьши анонизм. Тоже резонно. И кто сырка? Ну, с другой стороны, так если подумать, типа... Бывают, конечно, совсем нелогичные места, где нужно BP добирать. Но при всем при том... Ну, это просто разговариваешь с неписями и таким образом находишь скрытые квесты, например, why not? Кстати, открытых квестах. Случайно сейчас нельзя было нигде здесь открытый квест, например. О, здравствуйте, здравствуйте. Вот это уже интереснее. Вон там, подождите-ка. Их здесь три и все вместе? Нет, это монстры. Макасэру га ии. Коуки! Сузуки масу! Макасэте чо! Хай!
俺の番。アオ。何？アオ。見たか。八王が一刀。まだまだこれからだ。Ух, это было неожиданно. Действительно. Ну ладно, 4 овцы, почти всех нашли. Еще одна. Давайте продолжать поиски. И кто сырка? Здесь 2 сундука. Прикольно. Здесь овцы берутся в бегавцу. Давай не надо. Я помню этот квест, которого я орал просто, потому что это было, блин, это было настолько странно. Именно что странно. Понесу этих овец. Ну, Гайс говорит, что он их типа сам отвозит какое-то время, на некоторое время обратно к поселению. Да в смысле? Ой. Ну, поэтому я с ними, конечно, за квест-маркеры получу инфографику, но это как минимум, да, более дружелюбно к игроку. И это хорошо. Как я уже не раз говорил. А, блин, я же с нее земляной этот снял. Черт. Изгород пригодился бы. И твоих, и с другой стороны. Петрифай, лол. Красиво. И еще и фриз сверху. Шикардос. Самое интересное, что камень, что она что превратилась в камень, и она все еще в воздухе, она не упала вниз. Это так странно, игра. А, да, искать логичную физику в играх, это, конечно, такое себе, я знаю, да. Ну, сдохнут уже, да. Нормально. Я лично за квесты с меня, значит, меня все ничего тебе нужно делать. Ну, в кисиках, в принципе, это можно ожидать. О, хитап улучшенный, неплохо. Пойдет. И кто срыка? Не, есть игры, где физика работает, конечно, но, блин. Не догонишь, не догонишь, а вот я тебя догоню. Вау, that was painful. Эу. Чёрт, это было неприятно. Очень неприятно. Эу. Иммунитет к блоку, кстати, обратите внимание. То, что она есть, возможно. Так, я больше этого не буду бить, на всякий случай, а то это плохо кончится.
Лучше сделаем хотя бы так. いいだろう。うん。アーク。行くぞ。私の番ですね。はあ。ざっとこんなもんね。なかなかの出来ですね。Слишком много столько. То о чем, как говорится, да? Граундбейт, изумительно. Сундук. Три сундука, да, всего, да, там еще три сундука надо собрать. Окей, поехали. Один из них, скорее всего, монстрей, чуть-чуть, так кажется. Птички прикольные, конечно. Большие очень. Ну и прикольно, что сделали все-таки здесь разницу, что типа особо больших монстров ты не можешь оглушить. В принципе, это, в этом есть своеобразная логика. Распался улучшенный, тоже неплохо. Не целый, что любой. У меня в психике это есть, как минимум. А здесь еще сундучок был. Цепит пойдет. Так, сначала я заберу сундучок, потом поеду к овце. К овце, да? К овечке, ладно, короче, лучше так скажу. Сундук, да, он там в дальней части, вижу. Ну, еще к озеру заодно будет съездить. У нас встреча реально, как я думал. А, шикарно. О. Как я думал, опять из ребят.俺の番だな。
ント сюрё. Кио хикишиме дайто. И на экспо, отлично. Септер ты делаешь шикарно. Пойдет. 50% шанса, хорошо. О! Теперь он дал, позволяет нам еще и с 30% шансом с магией получать сейв. Вот даже интереснее. Вот даже реально поинтереснее выглядит. Ммм, ии канчи не? Ну, я добрый ночью, спасибо, что заглянул. Харвест? А? Что за Харвест? Earth Pulse, Lacrez, Grand Press. Прикольно. Что еще там было у нас? Этап улучшенный. Да, помню такую фигню. Окей, давайте овечек вернем тогда. Ё, как здесь высоко, блин. Ну, здесь видно, что поленились. Одна и та же текстура наложена несколько раз на скалу. Да. Могли бы больше детализации внести. Не старайтесь, Вальком, не старайтесь. Жаль, очень жаль. Я стебусь, если что, ну ладно. Каждой шутки из доли шутки. Роу. Ну вот, похоже, она в порядке. Это как бы, это хорошо. Но это последняя овца. Хорошо, хорошо. Нужно позволить Ватаре знать, что мы нашли их все. Ей! И вот, все починили. Выглядит не очень надежно, если честно. Должен быть теперь в порядке, надеюсь. Да. Вряд ли они смогут выбраться вновь. Спасибо, что всех отследили. Я уверен, что они счастливы вернуться снова к своим товарищам. Определенно похоже на то. Мне кажется, я до этого еще несколько хихи пропускал, там, или ха-ха, например, нет? Немножко мог отвлечься от пересчета, скажем так. Я удивлен, как хорошо Гайус отвел их обратно сюда. Ну, логично. Мне кажется, не самое обычное занятие, был не самым простым заданием для остальных из нас. А, это лишь дело опыта. 449. Идет. В любом случае, овцы теперь в порядке. Так что вот, возьмите это в качестве благодарности. Ох, нифига! Ох, нифига! Это овцы дали? Ага. Хорошая штука, так что ешьте, если проголодаетесь. Спасибо вам большое. Неплохо, неплохо. Прям пойдет. Придется всю локацию заново проходить, ну как бы и пофигу на самом деле. Давайте отдохнем заодно. Ну и да, наверное, закончить. Единственное, что... У меня сыпет масса много накопилось, аж на 8 тысяч. Ну ладно, потом на меня. Спасибо, буду этим заморачиваться, с вашего позволения. Я лучше пойду спать, если честно.